Еще раз всем привет. Сейчас, наверное, последний матч на сегодня. Рой Рамбл на 40 человек. Пробую записать. Записываю только на 30. Хочу на 40 в этой части записать. Ну что, поехали. Сейчас мы просто надо с правила объяснить, хотя мы не так знаем. Ну да. Ага, ты прав. Ну что? Кто у нас первый, кто второй? Ну, первый. Я играю, вот кто второй, я не знаю, кто выйдет. Вторым, ну-ка. Это Stone Cold Steve Austin! Трехкратный победитель Роя Рамбла матча. Вот он. Что-то он, походу, Роя Рамбл. Роя Рамбл где-то не выезжает на своем квадроцикле. Может быть, он станет четырехкратным победителем у нас сегодня. Так, ну и кто второй? Кто второй? Это Долф Зиглер. Зиглер! Что можно сказать о Зиглере? Он в 10-м году, по-моему, выходил первым или вторым вместе с Эваном Борном. Даже в 9-м, да. В 10-м. Когда уже был совсем джобером и мидкардером, он показал, что я вынул. Еще оффинг. Просто вот Зиглера. Сейчас он улетит за ринг, пусть там крутится. Так. Ну и Остин и Зиглер начинают бой. Нет, загрузка начинает бурачить. Теперь начинает Остин слив. Нет, слэп сразу. Так, 40 участников. Зиглер сразу же хочет скинуть Стива. Но Стив скидал и не таких, как ты, Люпик. Мелкий. Ой, опять Зиглер атакует. Отстань. Так, Остин показал. Оу, Russian Leg Sweep не может ничего пока что Стив подставить шоу-офф, и вот время выходить третьему участнику матча. Кто же это? Кто же это? Ван. Райве! Что идет, эти двое разбираются. Мимо музыка доиграла, Райбек уже заходит на ринг. Зиглер может скинуть легенду. О-о-о-о-о, камон, Райбек нападает на Стива Остина. Напади лучше на Зиглера, а? О-о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 -
Нет, Райбек напал на легенду. Ой. Не, я не могу так позорно слиться. Нет. Come on, no. Come on, Steve Austin has been eliminated. Ладно, выйдем следующим. Давай. Санурак. Сезаро. Антонио Сезаро. Играла музыка у нас. Сезаро. Мстить, наверное, за легенду. Оу, Биг Бут. Отвешал. DLS DLC так. Нормально. Иди отсюда.
Остался. Молодец. Молодец. Оу, Сезаро. Отлично отлетел. Так, время уходить пятому участнику. Сезаро. Джун, American Sex. Так, это кто у нас? Стайлус Унил. Что нам не написали? Кто это? Сезаро. Попытка провести очень европейский апперкот. Гигантский суплекс. Играет там. Рывчик. Зиглер. Долф. Сезаро тейкбут. Райбек, хороший вип, но суплекс. Короче, поймать, точнее. Ох ты, хочет скинуть Зиглера, там это сунил. Вот это неожиданно. Сгул Зиглер там, по-моему, кричат. Уже не кричат, потому что вот Сезаро не слетел. Вот так, сунил, пытается скинуть уже сам опять Зиглера. Воу-воу, Райбек скидывает Антонио Сезаро. Прощай, Сезаро. Воу. Брайан Пилмен. Такую веселую музычку. Так, я не помню, каким бушом нам таким. Зигзаг, типа, что-то это сунил. Сейчас как зайду. И Валерий Леонтьев на ринге. Честно. Похоже на Леонтьев, а то не знает, кто это. Кому мне. Когда мне жаль, как. Ой-ой-ой-ой-ой, стоит. Брайан Пилмен. Казаться вешает Райбек. Ух ты! Он еще хайфлайер. Неожиданно. Лицевые маус трехы там. Брайана Пилмена. Так. Унил-то, видим, Зиггеру-то нормально так. Сбивает. Ух ты! Все-таки Зиглер хочет скинуть. Хочет скинуть. Так, время выходить. По-моему, то ли 10-му, то ли какому участнику нам игра не пишет. Почему-то. Дэниел Брайан. Так, Тим Чемпион. О, но! Тайлос Унил покидает ринг. Хотя нет, еще не покидает. Неужели Райбек покинет этот ринг? Нет, не покинет. Потому что я не могу попасть. Черт. Но. Опять хочет скинуть. Ладно, давай помогу. Нет. А этот сунил так просто не уйдет. Походу. Ух ты. Да. Вау. Оу, сунил. Пилмен. Вон кик. Он накид by Brian. Так, время к следующему участнику, почему-то арена не пишет. Какой это? Ну, это выходит Дрю Макентайр. One half of the JMB team. Он уже давно не... И Тайтус, ёпичишкины, девчишки, ни хрена себе, какой баг. Так, я не могу следить, что там дальше происходит в бою, вижу только, что Райбек в углу зажат. Его могут скинуть, нет. Так, сработались Долф и Пилмен. А ты думал? Ох ты, что происходит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть человек на ринге Дрю, ну скинь-то Райбека. Пока никто не может никого скинуть, вот. Блин, опять финишер сраный. А, можно скинуть. Зиглер со спины не дает сделать Пилмену то, что тот задумал. Это же Долф. Долф кик получил отличный. Еще офф, зажат в углу. Зажат в углу Зиги, зажат в углу Брайан Пилмен.
Давай, газку, ёп! Ова! Нет-нет, Пилмен! Пилмен, повис! Повис снизу опять, хотят его добить! Пилмен! Брайан Пилмен, Тиман Дропкик, отлично! Вставай! Вставай, Пилмен! Дайвинг кроссбоди бай Брайан Пилмен, мимо! Мимо, 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 у меня не бывает. Подожди. Оу, ноу, Тайтус Унил покидает этот ринг. Тайтус Унил покидает этот ринг. Ух ты, и Долф Зиглер покидает этот ринг. Вот это пошли скидывания, и Дэниел Брайан покидает ринг. Это все для Дэниэла Брайана, да. Это все, и Дрю Макентайр. Нет, Макентайр не покидает ринг. Это Эйр Пилмен. Пилмен не вмешивается. Оу. Макентайр, оу. Пилмен, опять кик. Ух ты. У всех кровь пошла уже после этого кика. И ринг покидает Дрю Макентайр. На ринге Пилмен. И Райбек. И Джек Свайер. Real American. Я не уверен, что это будет success. У него... No, Райбек! Мог улететь, нет. Райбек еще тут. No, Райбек has been eliminated. Пилмен просто всех скинул, показал. Вот видите, что я творю? Еще и Свегер получил. Джек Свегер. Можно сказать, минута счастья для Пилмена. Потому что ринг покинул и Джек Свегер. Вот это Пилмен. Всех скинул. Пилмен ожидает участников. Кто это Зиглера надо поставить? Я не уходил следующим участникам, я запутался. Счет какой-то будет, потому что эта арена не показывает почему-то нам то, каким выходит. Роддон Джесси Джеймс. Музыка заткнулась почему-то. И... Иди сюда, Родок. Начинает. Пилмен. Оу. Оу, Эйр Пилмен. Оу. Не ори. Оу. Да ёп. Ух ты. Щит. Он нам. Пулман. Так, время выходить следующему участнику. И это... Букер Ти. Пилмен может покинуть ринг, нет. О, забил Руадоган. Пилмен реально забил и может его скинуть. Может его скинуть, нет, не может. Мог бы, но не может. Не может. Роналдиньо! О, Пилмен, реверс. Идет себя скинуть Брайан Пилмен. Ух ты, дабл гадбастер. Получил Джесси Джеймс. Нэкбрейкер. Время выходить следующему участнику. Блин. Пустил запутаться. И это Джастин Гебре. Он Кейптаун, Саф Африка.
diet for the foreseeable future. Spielman, oh. Bulldog has a stiff left, and that was a huge counter. Ух ты, вообще. Правильно. Бууу, не букай. One kick. Ух ты, как синхронно получилось у них. Oh no, Pillman. It's time for the air Pillman cross line. Вы видите, да? Оу, воу, воу. Оу, какое неуважение к сопернику проявил Пилман. Этим приемом. Так, отталкивание. Оу, воу, 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 воу. О, док. Пора уже ему улетать. Но он не улетает. Ух ты, кофе, кикстан. СОС, там взрывчики. Шелтен. Анинди Пали. Во-во-во-во-во. Пилман has been eliminated. Все равно посмотрим, сколько участников. А, вот сколько. А сейчас будет. Выйдем 15-м. Выйдем 15-м. Ой. Извиняюсь. Выйдем 15-м тогда уж. Так, значит, дальше только 14. Он запомнит. Опять не сбиться со счету. И тут Букер Ти мог покинуть ринг. Так, время уходить 14-му участнику. И Рэнди Ортон. Победитель 2009 года Роя Рамбла. Но нам Коул и Роллер этого в игре не знают. Да, Чузен, Чузен. Проводок покинул сейчас ринг. Он хочет на все покинул ринг Проводок. Букер Ти радуется, наверное, ненадолго. Вот там Деспресс на Гейбрале. Так, время уходит 15-му участнику. 15-й. It's clobbering time. Может быть даже это It's clobbering time. Мистер CM Punk. Это Майк Тайсон. Неожиданно. 15-й Майк Тайсон. Тут уже бежит. Уже прибежал Тайсон Майк. Тут немного не в тему, в принципе. Ох ты. Тайсон. Нападай на Джастина Гейбриэля. Буду зря. Ух ты. Ой, извини, извини, извини. Не хотел мешать. Тайсон. Ух ты, дроп-кик от Майка Тайсона. Технично. Оу. Кофе Кингстон покидает этот ринг. Ага, винтич прямо. Оу, время выходить 16-му. HBK. Сейчас будут фейерверки. Их вообще не слышно. О, Майк Тайсон. Мог скинуть Букера Ти. Правильно, мог скинуть саму Букера Ти. Хоть кого-то Тайсон. И Тайсон скидывает Букера Ти. Ух ты! Вот это Майк Тайсон. Он у нас на HBK вырублен Шон Майклс. Как на Рестлмании прям. Что, неужели будет опять вырублен? Ух! Это как RKO, только панчи. И еще раз, нет. Гебрел реверсирует. Так, сработались. Тайсон и Ортон. О, Ортон нокаутировал Гейбрелла теперь. Получительный матч для Ортона получился. Так, будем ходить вроде бы 17-му участнику, если я не путаю. One. Джон Брэдшоу Лейфилд. Пожаловал на Рой Рамбл.
Оу! Гейбриэл скинул Рэнди, вот она. Да-да-да. Так, не мешай нам, у нас тут свой фью. Оу. Кин сам напросился, мелочь африканская. Говорит Майк Тайсон. И скидывает Джастина Гейбриэла. Оу-оу. Все, прощай. Гейбриэл и Шон Майклс, тут нам 2008 год, их не сюжет и не вмешиваемся. Не вмешиваемся. Может, Майк Тайсон посидеть может. Шон выбрался. Майклс. Так, что там, 18-й или какой? Честно, выходит, нет. Следующий выходит. 3, 2, 1, 0. Это Шеймис. Winner of Royal Rumble goes all in так. 2012 году выиграл Рамбл. Раз мы уже тирим. Может быть, сегодня выиграет. Ой, ты ж. Тайс все-таки решил напасть, походу зря. Блин. Тайсон тут вообще не в тему. Добро Рамбле, о, JBL. Зачем они ему такую атиру выдали? Или с 10-й частью ему добавить атиру? Блин, что они тоже, ну, ой. Блин, ой. Тайсон остается в матче. Шон Майклс has been eliminated. О май гад, у него же финишер был, как так? Странно. Странно, да, вот такие чудеса случаются у нас. О. Тайсон тут вырубает просто Шеймиса. Так что еще 19 участников выходит. И скоро будет ровно половина. Шкоти, ой, Грандмастер Секси и Брайан Кристофер. Сын Дженя, Джерри Лоурера. Дженни не сказал, естественно. Целая одна песенка. Тайсон, Сет Слэм. Еще боксер что творит. Боксирует Джона Брэдшо Лейферда. Именно боксирует, как ему это не назвать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вырублен. Вырублен Джон Брэдшо Лейферд. Тайсон показал, что время сосать. В прямом смысле этого слова. И вот так вот. Надавал. Надавал Джону Брэдшо Лейферду. Так. Шеймус тут избивает сына Джерри Лоулера. Так, время 20-го участника. Это Уэйд Бэррот. О, воу, 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 Пайл Джастис. А Шеймус? Моооо, Пайл Джастис. Шеймус коннектед. Ух ты, как Тайсон Джона Брэдшо Лейфилда забивает, мы видим. Именно забивает, нет, не забивает. Он спокойно откинул и может скинуть сейчас нашего боксера. Нет, не скинул. Теперь боксер принялся избиваться из-за Джерри Лоулера. Бэррот может скинуть Шеймуса. Нет, не может. Нет, может. Ох ты ж! Бэррот скинул Шеймуса, да. Наш победитель прошлогодний вылетел. Так, время выходить следующему участнику. Еще кузламин Джейдуэлла. Тайрус Унил. Ой, блядь, Дэрин Янг. Дэрин Янг. Его партнер команды уже давно вылетел. Дарин Мулс. Иди, а. Получи. Лоудер, приходи потом. Ух ты, неужели он скинет? И Дэрин Янг покидает ринг, даже не успев ничего толком показать. О! Еще Кристофер может отомстить Майку Тайсону, а там Бэррот пытается скинуть Джона Брэдшо Лейфилда. Блин, я опять не могу попасть, да что ж такое, а? Вот, А нажимаем, Б. Ух ты, JBL has been eliminated, и Майк Тайсон. 22-й только сейчас, ладно. Наверное,
до 25-м. Тайна сейчас выходит 22-й участник матча. Truth. From Boston. Barrett, DDT, planted from Master Sexy. Ох, Нейкбрейкер. Интересно, а будет ли в матче с Скотти Тухоти? Конечно, ты, естественно, сына своего будешь хвалить по-всякому. Так, ладно, прощай, матч, Ортрус нападает на сына Лоулера. Избивает, короче, сына. Его, так, по-всякому. Баста двойной. Борис кинул самого Шеймуса. И, судя по двум финишам, продержится долго. Матч его время уходить 23-му участнику. Так, Усо. Он, потом 23-й, наш помню, 24-й, а потом выйдет Мориса. Че несешь, а? О, ну все. Лоулер, попрощайся с сыном. А че ты ничего не сказал, типа? Ну да. Вот чем ему сказал бы Лоулер, типа. О, но. О, но, мой сын has been eliminated. No. Ух ты, как на Усу напал. А Труф. О, Wasteland. Бэрон Пэнкик. Так, 24-й участник, как будто это брат. Ну все, это кто из них, Джим или Джей, я не знаю. Майк Мизанин вступает в Рабл. I came to you. Come on, Джей. Ты говоришь, что это чёрт, а ты тун. Берет вмешивается. Этот мисс, это я. Там раскрыл, вышел первым Зиглер и Стив Остин. Зиглер скинул с Остина. Это было очень-очень-очень неожиданно. Так. Ух ты, как забивают. Как забивают. О, Берет может скинуть Юсо, и он скидывает Юсо. Берет, молодец. Это Джимми. Психанул Джимми. Так, ух ты, Мисс и Артруф, старые свои соперники и партнеры. Артруф, вот, наконец-то время выходить 25-му участнику матча. Мисс без труда, в принципе, покарабкивается. Ну, ладно. Тед Дибиаси, человек, который давно не появляется в WWE, появился у нас в Рамбле. О, Артруф скинет Беррета, нет. Ух, Беррет уже долго, кто-то должен долго подержаться. Дебияси нападает на Уэйна Беррета. Со спины заметим. Дебияси, ох ты. О, блин, косой ты, черт. Спайнбастер, Артруф зацепился за канат, не вылетел Артруф, время выходить 26-му участнику матча, Артруф has been eliminated, все. Это 26-й. CM Punk! Как толпа сразу забухала. Как раз толпа забухала. Нашему форму для буду чемпиона. Барретт напал на Миза, не будем вмешиваться. О, Миз, Нэкбрейкер. Единственное, что он умеет делать хорошо.
Да что такое, а? Тебя я слит, да? Не получается у тебя сейчас вот фирменный прием, вот сейчас вот. О, Петро. Ух ты, Берет напал на Панка. На форму, да, будущего чемпиона, надо заметить. И на какого-то там нубика. Оглушающий клоузлайн. Так, ноша пожарника, Дебияси. О, да, куда был чемпион, покидает ринг. А тут Уэйя Беррета. Дебияси демонстрирует свой мувсет нам. Вот, и демонстрирует 27-й, по-моему, Марк Генри. Помолодел. Domination. Nation. Domination. Отвали. Блять. Давай, отвали. Вау, как забил. Забил тебе, Ясин. Тебе Ясин. Что-то показал нам. Тебе Ясин. Так, ты. Фейсбастер от Дебияси, Марк Генри разбирается с Берреттом. Да косой ты, блин. Черт косой. Ух ты, отличный фейслайн. Ух. Неужели Уэйд Берретт покинет ринг? Нет, Берретт еще тут. Время выходит 28-го участника матча. Оу, но, Берретт. Берретт. Кактус Джек. Мик Фоли. Пожалуй, нам. Клоузлайн от ТБС. Бенни Турбейд от Миза. Ого. Берретт. Забила бы Дебиаси, нет, не совсем. Это что такое? Низ, блин. О, Бакро. О, Берретт. Ну, Дебиаси. Диби, тет. Нет. Сад на ринге еще. О, но, попытка Dream Street. Реверс от Уэйда. Так, 28-й теперь будет выходить участник матча. Берретт! Нет, Берретт на ринге. Так, это кто? Джиндер Махал. Джин Эмби, Дитмис. Нет, не может никого скинуть. О, Спайнмастера. Тебе, Сикар. О, Dream Street. Дебияси плент от мисс. Мисс реверсирует и счет такой вот. Хватит за ногу держать, а? Вау, суплекс, ой, пауэрбомба. Ну и Дебияси получает от всех вот уже. Суплекс техничный Махала получил. Да не трогай ты меня, ну. Но, мисс. Ох ты, Махал покидает ринг от того же Берретта. Джиндер даже больше 5 минут не продержался в матче. Ну, блин, ничего себе, какие приемы мисс показывает. Удивлен. Тебя все пытается показать свой скилл. Даже Берретта хочет скинуть Дебияси, но, Дебияси почти покинул ринг. О, чоп какой мощный. Дебияси показывает, что он злится. Другому это таунт не назвать. Конечно. О, мисс, опять мисс. Фоли выкидывает Марка Генри. Attitude adjustment. Или просто Fireman Carry Slam.
Там Мисс опять избивает по всякому Дибиаси. Оу, 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 оу. Мисс. Оу, оу, оу. Так, выходит мой каф-киллер Дибиаси и покидает этот ринг. Каким бы выйти, а? А, он 30-м вышел. Ладно, выйдем 33-м. 33-й Мисс забивает Беррета. Нет, хочет скинуть его. Вот он, киллер мой, заходит, надеюсь, он сейчас отомстит за меня. Гигант просто, просто гигант. И Беррет, походу, покинет. Беррет не покинет ринг, сколько уже Беррет и Мисс держится. Беррет, конечно, дольше держится. Ну, о, ну скиньте вы Беррета, а? Сколько он продержался уже? Хватит ему. Нет, киллер. Киллер, реверсируй, киллер. Нет, киллер не должен улететь. Ух, так, 31-й. Участник уходит уже. Больше половины вышли, осталось 9 участников. Точнее, 10 вот сейчас останется. 9, когда выйдет 31-й. Вау, вынес! Вот это сюрприз. Это на такой арене, это не сюрприз. Киллер хочет опять скинуть. Беррета, давай. Давай, киллер, скинь Уэйда. Уэйда. И киллер скидывает Уэйда Беррета. Ура! Молодец! Беррет улетел. Всех скинул Беррет в этом матче. Многих скинул, долго продержался. Молодец, Уэйд. Так. Уэйнис такой же, может, и накачанный, как мой Каф. Он еще в масле, а Каф не в масле. Так. Ух ты! Так, кто там? Я, по-моему, 34-м, нужен 33-м. Сейчас будет 32-й участник выходить. Соколов. Так вот. Типичный патриот. Соколов. Так, 32-й участник. Не скинешь, киллер, не скинешь. Эдж. Эдж, Радиатор Суперстар. 32-й у нас. Да, пытается киллер разобраться. Он вынесом. Нет, мисс его установил. Жесть, нет. Нет, этот засранец сейчас скинет его. Ну, Мисс вообще фонарил. Так. Ух ты. Технично. Киллер. Молодец. Так там, знаешь, суплекс проводит. Давай, киллер. Ну. Нет, Мисс. Нет. Фух, хоть не финишером. Хоть не финишером. Молодец. Хочет задницу лизать внизу. Вау. Ты что несешь? Тут Терри Фанк идет. Терри Фанк. Я что, Терри Фанк? Так, я сейчас скину этого. И Терри Фанк скидывает Миза. Ура, 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 Мисс. Изменил Эмминейдер. Фанк. Молодец, Терри. Ух ты. Блин. Жесть, что за баг? Вот это Мисс улетел от рук. От рук самого Терри Фанка. Чтоб тут не выпендривался. Так, 34-й сейчас участник выйдет. Улетает Вал Вейнес. Билли Ганн. Его партнер, к сожалению, уже давно-давно был этот ринг. Ой-ой-ой-ой-ой, Келли. Another one. I'm going to come. I'm going to show. I'm going to come. Пам-пам-пам-пам-пам. Билли Ганн атакует Терри Фанка. Он атакует, их может скинуть. Может скинуть Терри Фанка, сам Билли Ганн. О, воу, 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 воу.
Да, тяжело без Фоли, тяжело без Фоли, и Терри Фанк покидает ринг, но запомнился тем, что скинул. Что скинул самого Миза. Так, 35-й. Уиду 39-м, терять нечего. А 35-й Крис Джерихо. Джерихо и Рой Рамбл. Come on, baby. Флэпджек уже получил приз. Оу, но. Оу, но, но, но. Фух. Как не скинул так там. Киллер. Ты как синхрон. Опять второй раз за матч. Давай, киллер, не подведи меня. О, по глазам, молодец, Вайди Джей. И хочет Эдж скинуть, наоборот, чем Джей хочет скинуть Эджа, но не скину, сейчас будет ходить 36-й участник матча. О, ну, Черика покинул ринг. Коди Роуз, 36-й. Да, it's bad news for Fanatics. Так, нет, киллер остается на ринге, а Роуз идет. Эдж. О, нет, нет, нет. Неужели мой кашу летит? Не надо, нет, Билли, не скидывай. Фух. Пожалел, пожалел Билли Ганну и Окава. Ух ты. Так. Еще 4 участника. Еще 4 участника осталось. Участник еще осталось выйти, что Коди покидает. Нет, Коди не покидает ринг. О, one and only by Billy Gunn. И 37-й. Не знаю. Это Хит Слейтер, руководитель Triumph B, по-русски говоря. И все почти участники вылетели этой группировки. О, Коди Роуз может покинуть ринг. Так. Нет, Роуз остается. Так, еще 3 участника осталось. Я выхожу в 39-м, по-моему, Коди и has been eliminated. Ган скинул Коди. Хит Слейтер from behind. Ух ты! Билли Ган, отличный клоузлайн Слейтеру. Все посмотрите, прическа там почти одинаковая, только цвет волос разный. Хочет мой киллер скинуть Эджа, давай. Блин, нубик. Надо было скидывать, надо было. Так. Ага. Так, давай, киллер. Отличный скупслэм. 38-й участник. 38-й участник сейчас выйдет. Кто же это? Мик Фоли! Ух ты! Отдохнул Мик и тут же в бой. Молодец. Воу-воу-воу-воу-воу! Молодец, киллер! Киллер скидывает Эджа. Отлично! О, GTS! Прощай, Эдж, киллер. Молодец. Еще 2 участника осталось. Еще 2. И все. Еще 2. Ого, Билли Ганн, отличный. Слэм. О, но, Билли Ганн. Мик Фоли тут же покидает ринг. Ну почему так? Почему так несправедливо? Но, на ринге остаются Билли Ганн, Хит Слейтер и Киллер. Киллер, можно сказать, герой матча. Так, время выходит 39-му участнику матча. Дэмиан Сэндл. Суплекс от киллера. Так, Сэндл на ринге. Нападает на нашего киллера.
Oh no, Sandow. Sandow! Oh, Killer has been eliminated. No. Sandow. Russian next week, my damn Sandow. Technician. Oh no, hits later. Прикинул через верхний канат. Но Сэндо остался на ринге. На ринге есть Слейдер, Беллиган, Дэмиан Сэндо. Так, ну сейчас время выходить 40-му участнику. И кто это? Ни хрена себе, Кунга спот какой получил. Забавно. Ух ты! Масляный человек. Так, ничего себе, сейчас Слейтер скинет саму Беллигана. Это достижение будет, а? Смотрите, 4 участника. Беллиган, Хит Слейтер, Дэмиан Сэндов и Дэвид от Тунга. Сэндов, ой. Нормально. Ух ты, ничего себе забил как, а? Нет, Сэндл не вылетает. Во-во-во-во-во, опять хотел скинуть. На Сэндл. На толпа замолчала, наверное, ждали кого-то более эпичного. Уже, если честно, более эпичного ждал. Дэмиан. Оу, но. Ух ты. Оу, клоузлайн. Слейдеру. Так, сработались Ган и Сэндоу. Еще ребят Бастер, что там Слейдер показал. Непонятно чего. И Атунга покидает этот ринг. Все, на ринге 3 участника. Дэмиан Сэндоу, Беллиган и Хит Слейдер. А сейчас, может быть, и Слейтер вылетит. Да, Слейтер вылетает. И Слейтер вылетает. На ринге Беллиган и Дэмиан Сэндоу. Показывает заставочку. Ой, ты как сюда попал, Этуэр? Ой, да я не знаю, извини. Перепутал места, вот они. Мы с вами встретились. Беллиган. Не получилось подольше поражать вашего Лексвип. Минус. Так. Нексбрейкер от Сэндоу. Так, нидроп. Молодец, Сэндоу. Дэмиан. И Сэндоу. Ваша Лексвип. Опа. Доставай. И Сэндоу готовится к Терноминусу. Терноминус. Бэмс. Все. Молодец, Дэмиан. Вот так вот. Показал нам Дэмиан. Все просто у него. О, еще и коленкой зарядил. Ну, молодец, молодец. Сэндоу. А вот тут Ган его отталкивает, и что-то может провести хорошее, нет. Ничего не провел. Сэндоу, о-о-о-о, Дэмиан Сэндоу, Бигбут и Беллиг... Нет, Беллиган не покинул ринг, даже сейчас вот не покинул. Оу. Сэндоу, еще один ваш Алексви. Опа. Опять Ган, опять Ган, клоузлайн. Оу, не дотянулся. И Сэндоу, еще один Терноминиус. Хороший такой прием. Оу, да в живот. Сэндоу, опять клоузлайн попал. Или Гана. Удар такой вот, пора бы скинуть. Снова клоузлайн. Ган мог бы хёрт. И Беллиган мог скинуть сейчас. И сейчас может скинуть. Нет, он провел слэм.
Оу. Слоу. Так. Сэндо. Очередной удар. Нет, не будет трогать он. Сэндо у нас адекватный. Оу, но вот Биллиган не очень адекватный. Нет, все-таки адекватный. Фух. Фух, фух, фух. Опасно сейчас было. Очень. Оно-но-но-но, Сэндо. Разгон и Биг Бут! Вылетает Эрик Биллиган, но снова он его не покидает. Почему так? Опять не покидает ринг Биллиган. Сэндо техничит. Он, но. И вторая попытка. И Биллиган. О, но, Биллиган. Перекинул теперь Торье на Сэндо. О, но. Черноминиус. Третий раз. Клинтед. Швип. Ух ты, как зарядился. Еще один. Не, ну это все, это смерть Биллигана, наверное. Пора это ему скидывать его. Реально пора. Нет, Биллиган не сдается, пробивай DDT. Пробивай DDT Биллиган. Опять эти рестлеры. Цепились, да. Оу. Так, Сэндо пытается скинуть Биллигана. Нет, Ганн его спокойно толкнул. Отшвырнул даже. И пробил Гатбастер. Так, попытка суплекса. Нет, Сэндо перевел свой. Молодец. Так, болит рука уже. Минус Сэндо. Ух ты! Это было неожиданно. Опять оба вцепились. Нет. И Дарин Сэндо выходит из этого победителя. Опять удары. Попытка опять скинуть. Нет. Нет, Биллиган. Мог стать победителем. Ариш Бип. Нет, Ганн остается на ринге. Биллиган. Остается на ринге. Вот это финал у нас. Суплекс. О, Сэндо. Молодец. Правая рука. О, Сэндо. Попытка скинуть Оклахома Слэм. Все. Дамин Сэндо, победитель Роя Рамбла.